Немало шума наделал 44-летний ярославец в многоэтажке Заволжского района Ярославля. Мужчина перепугал всех соседей своим воинственным и неадекватным видом. Страх жителям внушало ружье в руках дебошира. Как выяснилось позднее, оружие оказалось липовым, детской игрушкой, найденной на помойке. Так пояснил сам мужчина после задержания. Дом оцепили полицейские, они же обезвредили опасного соседа. Оказалось, мужчина поссорился с женой, выпил с горя 2 бутылки водки и пошел пугать жильцов детским ружьем. Появление стражей порядка в своей квартире он явно не ожидал. Я сел на табуретку покурить, и тут раз уж вырываются, и тут же меня... Я даже помнится ничего не успел. Из-за жены вот все у меня это и пошло. Привлечь ее внимание к себе хоть что-то, хоть чем-то.